Рассмотрим наиболее популярные области применения баз данных. В любой системе, предполагающей длительное хранение информации, так или иначе используется база данных. Хотя для некоторых задач достаточно использования иерархической базы данных, например, файловой системы, подавляющее большинство систем используют реляционные системы управления базами данных. Это объясняется простотой описания предметной области средствами СОБД, а также простотой дальнейшего расширения системы или ее изменения. Ни одна современная банковская система не обходится без использования реляционных СОБД. В базе любого банка определены сущности пользователя, его счетов, долгов, операций. Еще одной популярной сферой применения баз данных являются веб-сайты. Информационные сайты хранят в базе статьи, новости, а также комментарии к ним. Онлайн-магазины оперируют сущностями товаров, категорий пользовательских корзин, скидок и различных акций. Многие современные мобильные и десктопные приложения также используют локальные базы для удобства хранения информации. При этом база может храниться как локально, так и на удаленном сервере. Фактически любой программный продукт, подразумевающий отделение бизнес-логики и уровня хранения данных, подразумевает использование некоторой СОБД.